Ровно 16 часов. Давайте продолжим. Федор Александрович Романенко и Сергей Владимирович Харченко из географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова подготовили доклад под названием «История геоморфологического картографирования в Арктике». Представит его Федор Александрович. Вы готовы? Я готов. А вы готовы быстро переключать да. Кнопки? Да, тогда я запускаю вашу презентацию, а вы пока можете говорить первые приветственные слова. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Очень приятно участвовать в этой конференции. Как всегда, это праздник в моей жизни. И сегодня я попытаюсь рассказать об истории геоморфологического картографирования в Арктике. Но начну я, можно сразу следующий слайд. Начну я, к сожалению, как уже некоторые мои коллеги, с печальной новости. Совсем недавно, 3 дня назад, от коронавируса умер профессор Евгений Иванович Игнатов, профессор нашей кафедры, участник 10-й САЭ, всю жизнь проведший на морях России и в том числе работавший за рубежом. Очень его жаль. Он основал нашу беломорскую практику, много лет вел ее, и это колоссальная потеря, которую невозможно, очень трудно пережить. Спасибо. Дальше. А теперь перейдем к следующему сюжету. Значит, геоморфологическое картографирование началось совсем не сразу. До 1912 года его еще нельзя назвать геоморфологическим, хотя некоторые сюжеты геоморфологические уже видны на картах. Вот сейчас прямо посередине скандинавского полуострова, который хорошо виден, прямо по центру снимка, видны скандинавские горы. Это карта Марина Олауса Магнуса середины 16 века. Можно следующий. И такой тип изображения рельефа, он оставался довольно долго. Вот на этой карте легко узнаются Кандалакские горы. Это карта Исаака Массы, середина 17 века, знаменитая карта. И здесь уже то ли Хибинские, то ли Кандалакские горы изображаются вот так. Дальше. И обычно так и было, что изображения рельефа были весьма элементарные. Вот это знаменитая карта Сибири Семена Ульяновича Ремезова конца 17 века. Мы видим хребет прямо в центральной части. И справа карта Пёрчеса, Самуэля Пёрчеса, английская карта Шпицбергена, на которой тоже рельеф не очень-то и виден. Можно дальше. Были исключения. Можно дальше крутить. Угу. Можно бы дальше, то есть... Были исключения. Вот, например, Тимофей Перевалов на своей карте, нет, пока еще обратно, Тимофей Перевалов на своей карте, он, я бы сказал, переусердствовал немножко с изображением рельефа. Вот все, что вы видите, вот это, вот эти гряды, это все рельеф. Но достаточно четко он изображает особенности рельефа Чукотского полуострова. И Гавриил Сарычев очень точно изобразил рельеф мыса Летяткин и мыса Большой Баранов, это к востоку от устья Колымы. Я там сам ходил, действительно, вот эти горы изображены очень хорошо. Можно дальше. Первые шаги геоморфологического картографирования, которые оно сделало в конце XIX века, сделаны были в Германии. Оскар Пешель, один из основоположников геоморфологии, науки о рельефе, а Зигфрид Пассарге составил первый морфологический атлас, на котором попытался изобразить рельеф какие-то его стороны. Можно дальше. Эти попытки, об этих попытках не знали участники экспедиции Фредерика Джексона на землю Франца Иосифа. Вот это одна из первых геоморфологических карт, собственно, Арктики. Это знаменитый мыс Флора, легендарный в истории полярных исследований, на котором достаточно четко отражены особенности рельефа очень этого интересного участка суши. Можно дальше. Лев Семенович Берг попытался провести первое геоморфологическое районирование, разделив Сибирь и Туркестан на ландшафтные и морфологические области. И как раз мы видим здесь, что весь Таймыр у нас окрашен цветом северо-сибирской низменности. Потому что тогда про существование Беранга, просто оно, видимо, в масштаб карты еще не вошло. Это, собственно, не карта, а схема. Это сборник, посвященный 70-летию со дня рождения основоположника географии в Московском университете Дмитрия Николаевича Анучина. Можно дальше. А
Школа геоморфологического районирования в России, в СССР, связана в первую очередь с именем Михаила Михайловича Тетяева, знаменитого нашего тектониста, профессора Ленинградского университета, который, собственно, основал практику геоморфологическую в Саблине под, под Петербургом, под Ленинградом, и вел ее. И его основоположник картографирования, как Константин Константинович Марков, проходил практику как раз у Михаила Михайловича Тетяева. И мы все время будем иметь дело с преемственностью, как передавались традиции этого картографирования. Вот на снимке справа мы видим, как Берг передал бразды картографирования Маркову. Марков учился у Тетяева, можно дальше. И я очень рад, что сейчас эта практика ведется и в Саблине тоже. И вот мы видим пособие, которое подготовили коллеги с кафедры геоморфологии Петербургского университета. Это вот тоже учат студентов составлять геоморфологические карты. То есть традиции, которые были заложены Тетяевым, живут до сих пор. Можно дальше. И основой, этапом в развитии картографирования геоморфологического стала знаменитая статья Константина Константиновича Маркова в «Геологическом вестнике», на котором он написал, что значение геоморфологической карты для геоморфолога так же велико, как геологическое для геолога. А мы знаем, что геологическая карта – это один из основных документов геолога. И геоморфологическая карта, значит, не менее важна. Можно дальше. Ученицей Маркова стала не менее знаменитая Зоя Александровна Сваричевская. А вот чуть можно опустить? Во, ага, отлично. Профессор тоже Ленинградского университета. И вот на этой легенде, которую она составила, это, собственно, первая серийная легенда геоморфологической карты, видна надпись подарочная, которую Зоя Александровна написала, подписала как раз тому самому Константину Константиновичу Маркову, который, собственно, и начал разрабатывать теорию картографирования. Можно дальше. Большой вклад в картографирование, в теорию картографирования Арктики внес знаменитый профессор Яков Самойлович Эдельштейн, профессор Ленинградского университета, который был много лет заведующим кафедрой, воспитал целую школу геоморфологов ленинградских, и, к сожалению, он погиб в сталинской тюрьме. В 1952 году он был арестован уже после 80 лет, сразу после того, как отпраздновали его юбилей. Дальше. Его, одним из его учеников и соратников был Иван Николаевич Гладсон, автор первого учебника по геоморфологии СССР. И вот здесь мы видим справа карту геоморфологического районирования Европейской России, и он уже провел ее, так сказать, с учетом идей Маркова, Эдельштейна и своих предшественников. Можно дальше. А расцвет геоморфологического картографирования, который вот по нашим данным приходится на 50-е и 70-е годы, связан с именем профессора кафедры геоморфологии Московского университета Алексея Ивановича Спиридонова. И вот этот учебник, он стал своего рода Библией, очень долгое время был Библией картографов-геоморфологов. Можно дальше. Это вот первое его издание, самое полное в исторической части. Затем было еще два издания его книжки, 70-й и 73-й год, и можно следующий. И основы, заложенные Алексеем Ивановичем Спиридоновым, влегли в основу книжки пособия Виктора Вениаминовича Ермолова, сотрудника Института геологии Арктики. Кстати, я его портрет не сумел найти, который написал методическое пособие по проведению геоморфологических съемок в северных районах. И вот он как раз пишет, что эта легенда наиболее близка к легенде Спиридонова. То есть выделяются генетически однородные поверхности, геометрически правильная рисовка границ между ними. Можно дальше. И приложена к этому пособию замечательная карта, геоморфологическая карта северного берега озера Таймыр, где как раз располагалась база целой серии экспедиций НИИГА, Института геологии Арктики. И там разрабатывались тоже эти основы картографирования северных районов. Можно дальше. Примерно в это же время были составлены первые геоморфологические карты на Северную Землю, про которую уже шла сегодня речь. Это вот карта, составленная под руководством Бориса Христофоровича Егиазарова, тоже легендарного геолога из НИИГА. Справа карта острова Большевик, а слева вот как раз геологическая карта. То есть тогда геоморфологическая карта вошла в комплект карт, составляемых при государственной геологической съемке. Можно дальше. И вот здесь вы видите две обложки государственных геологических карт миллионного масштаба. Это то, про что говорил Евгений Анатольевич, что это первое поколение геологических карт. Можно дальше. Вот пример этой карты, составленной тоже не менее легендарными людьми, Юлианом Евгеньевичем Погребицким.
он был начальник партии, по картографированию архипелага Норденшельда. Они там работали на собаках, в апреле их завезли, и они на собаках весь этот архипелаг обошли. Удивительная карта. Можно дальше. Но проблема была с чем? С тем, что не было топооснов, топографических основ для геоморфологического картографирования. Да никакого, ни для какого картографирования. И для того, чтобы создать эти основы, был создан Трест Арктик-разведка. На этой картинке вы видите аэродромы, где базировались многочисленные экспедиции Арктик-разведки, которые занимались аэрофотосъемкой по самых дальних районов Арктики. И именно тогда, в начале 50-х годов, были стерты последние белые пятна на территории СССР. Можно дальше. Трест этот существовал недолго, но его вклад вообще в историю геологии и геоморфологии колоссален. Вот в этом здании на Дербеневской набережной в Москве располагался этот трест во второй половине своего существования. Можно дальше. И вот на этих аэродромах базировались самолеты. Можно дальше крутить. Вот мы видим здесь то, что продукцию Арктик-разведки. Это репродукция накидного монтажа. Можно узнать здесь восточный берег губы Буархая в Северной Якутии. Вот так вот, 51-й год, здесь работала экспедиция, выполняла съемку, и иногда геологам приходилось делать съемку прямо с теплых еще свежих аэрофотоснимков, потому что топографических основ еще не существовало. Можно дальше. И иногда нам удается встретить следы Арктик-разведки. Вот как раз на мысе Оловянном в прошлом году во время экспедиции на Северной Земле мы нашли столб. Это столб, астрономический пункт Арктик-разведки, и астроном Жаров, который его вбивал и определял его координаты, не вернулся из этой экспедиции. Он таинственным образом пропал и не найден до сих пор. То есть это была совершенно гигантская, героическая работа сотен или тысяч геологов. Можно дальше, а не сотен тысяч. Можно дальше. И вот на основе вот этого гигантского материала, полученного в ходе съемок, произошел вот расцвет геоморфологического картографирования. Вот мы видим легенды и методическое руководство по картографированию, разработанное в Московском университете. Можно дальше. И авторы этого пособия Нина Викторовна Башенина, Михаил Григорьевич Петровский и Олег Константинович Леонтьев подарили Константину Константиновичу Маркову, пионеру этого картографирования, свой труд. А слева мы видим систему условных обозначений. Я выбрал тот лист, который как раз относится к нашим северным территориям. Там и термокарст, и солифлюкция, и невальные процессы, и другие. Можно дальше. В Магадане составлялось тоже, в других подразделениях составлялись легенды для геоморфологических карт. Вот это магаданская легенда, и мы видим в списке авторов все тех же людей. Тут и Боч, и Краснов, и Ганешин, и Ермолов, и доцент Ленинградского университета Рюмин, который тоже очень много сделал для геоморфологического картографирования, и, конечно, Алексей Иванович Спиридонов. Можно дальше. И вот разрабатывались эти легенды. Вот мы видим на следующем снимке две карты геоморфологических, которые составлены в Арктическом институте, в отделе географии полярных стран. Слева Вячеслав Михайлович Макеев составлял эту карту, а справа Семенов. Это Таймыр и Ямало-Гданская область. Это был опыт уже картографирования в таких научных целях и обобщающий опыт картографирования. Можно дальше. Можно дальше крутить. На Северную Землю продолжались работы Вячеслава Михайловича Макеева, и вот мы видим здесь карту Северной Земли. А дальше следующий этап. Это вот уже Александр Николаевич, вот эта карта Северной Земли геоморфологическая. Первое такое обобщение было уже, обобщение именно на новом уровне. А дальше составлена была методика Александра Николаевича Ласточкина, и расцвет, второй расцвет, связан с картографированием в настоящее время. Вот сейчас мы видим некоторые карты, которые составляются сейчас. И действительно можно сказать, что сейчас уровень картографирования вышел, выше стал гораздо, появились цифровые технологии, проникновение в суть проблем геоморфологии рельефа стал гораздо больше. Методика датирования рыхлых отложений и их изучения улучшилась. Но, тем не менее, сейчас мы наблюдаем этап такого сознательной дискуссионности. Вот на этой карте Ямала, это центральный Ямал, район Буваненковского месторождения. Здесь мы видим карту, составленную в 2000 году под редакцией Кузина. Здесь мы видим вот этот участок в левой нижней части. Это серия морских террас и склоны. К
Крутим дальше. Следующую. Да, еще надо сказать, следующий кадр. Надо сказать, что геоморфологическая карта уже не входит в комплект государственной геологической съемки вот 200-тысячного масштаба. А вот эта карта уже, нет-нет. А вот эта карта миллионного масштаба, нет, это вот рано еще. Эта карта миллиона, можно назад вернуться, ага, вот это вот, где Назаров. Угу. Вот эта карта миллионного масштаба, и мы видим следующий кадр, пожалуйста. Ага, вот этот. Мы видим, что здесь уже мы не имеем не только морские террасы, мы видим, что вот этот контур по центру, контур номер 8, показанный стрелком, это уже Лаяхинская озерно-ледниковая терраса. То есть здесь интерпретация рельефа уже несколько другая. И вот эта дискуссионность настолько интенсивно продвигает вперед фундаментальные знания по геоморфологии, что, на мой взгляд, это большой плюс. Следующий. Очень сейчас карты, конечно, уровень составления карты очень вырос. Вот эта прекрасная карта, составленная ПМГР, и в ней океан геологии, Владимиром Викторовичем Шариным. Это западный Шпицберген. Уже и детальность гораздо больше. И вот я говорю, проникновение в суть. Вот это. То есть геоморфология, в данном случае геоморфологическая карта, уже не просто результат работы, это еще и инструмент углубления знаний. Можно следующий. И в заключение я хочу сказать про некоторый опыт обучения геоморфологическому картографированию студентов Московского университета. Вот эта карта на полевых работ, многодневных маршрутов нашей практики, которая называется геолог-геоморфологическая практика второго курса в Хибинах. Вот здесь была, проходила эта практика. Следующий слайд. И каждый студент составляет свою геоморфологическую карту. И вот именно от этих учебных геоморфологических карт мы двигаемся дальше именно к продвижению нашего геоморфологического знания вперед. А геоморфология – это фундаментальная наука географического цикла, и она лежит на грани с геологией, поэтому она очень важна не для всей географии. И подводя итог, следующий слайд, пожалуйста. Мы можем выделить, во-первых, что золотой век геоморфологического картографирования – это 50-е и 70-е годы и период с 2005 года. И катализатором работ по геоморфологическому картографированию Арктики, конечно, были государственные геологические съемки. И можно снять шляпу перед тысячами геологов, которые создали эти прекрасные кондиционные, создали и создают эти прекрасные государственные геологические карты. И вот их трудами Россия обладает серией прекрасных геоморфологических карт, которые позволяют двигаться дальше. И с каждым годом геоморфология становится все более тесным синтезом геологии, биологии, математики, физики, высоких технологий и, собственно, географии. Но при этом основной метод работы геоморфолога все равно остается исхаживание, пешее исхаживание неведомых земель. А они в Арктике еще существуют. И геоморфология в целом еще, и геоморфология полярных стран в особенности, это еще очень молодая наука. И я уверен, что дальше она будет и дальше двигаться семимильными шагами. Следующий слайд, пожалуйста. И как писал Илья Сельвинский, поэт-челюскинец, Арктика – мудрого сердца университет. Именно в природе и лежит та самая истина, которую мы все ищем. Спасибо за внимание. Спасибо, Федор Александрович. Сейчас мы переключили опять-таки на наши все экраны изображения. Есть ли вопросы к Федору Александровичу? Так, пишут благодарности. Так, вот Мария Владиславовна, пожалуйста. Звук включила, включите у себя. Ага, вот тут ответ мне пишут. Можно отвечать? Да. Это была благодарность Федору Александровичу за блестящий доклад. Я поняла, хорошо. А можно ответить Евгению Анатольевичу? Да, конечно, можно Евгению Анатольевичу ответить. Михаил Сетяев был заведующим кафедрой геоморфологии в Петербурге, в Ленинградском университете, по-моему, 5 или 6 лет. И практику в Саблине именно он организовал. Вот. Так что, поэтому я его и назвал. А то, что он в Горном институте всю жизнь работал, это так, согласен. Спасибо. Так, был вопрос у Александра Селезнева, пожалуйста. Включила вам звук.
Еще раз включите у себя на компьютере. Слышно? Да. Да, а? Теперь слышно, пожалуйста. Большое спасибо, очень интересно. Ну, у меня вопрос может быть необычный и может быть непрофессиональный, уж извините. Вот скажите, пожалуйста, у вас случайно вот именно через вашу призму не проходило Чудское озеро? Конечно, проходило. У нас вот в Институте географии есть Наталья Карпухина, которая как раз занимается геоморфологическим изучением именно Чудского озера. А для нас все-таки оно немножко южнее. Мой интерес сейчас концентрировался на полярном круге, на Заполярье. Да, я понимаю. Просто, ну, я тут случайно, так сказать, видимо, оказался среди вас. Просто понимаете, в чем дело? Меня очень интересует район устья реки Желча на Чудском озере. Это как раз водораздел между теплым озером и Чудским. Если есть возможность, то будьте добры, окажите содействие, чтобы я смог с ней как-то связаться. Хорошо, я сейчас напишу свой электронный адрес, вы напишите, и я вас переадресую, хорошо? Хорошо, спасибо большое, спасибо. Я тебе напишу, ага. Спасибо.